Хей, гайс, в нашем мы продолжаем проходить игру под названием Идиокалипса. И это у нас третья серия, ребята. И называется она «Изгой улицы Мамина». Или «Как выживать в школе жизни». Джек, вам, наверное, интересно, что я тут сейчас делаю? После переезда из дома родителей я бродил по улицам некоторое время. Хотя даже не прошло более 20 минут, я строил ловушки для голубей после встречи с господином Фрастобертом. Он был очень добр ко мне, может быть, слишком добр. Он сказал, что уведет... Так, увидел блеск в моих глазах и предложил мне еды и жилье. Взамен помогай ему по дому. Джеки, Джеки, пора меня мыть, мальчик мой. Не отвечай, не двигайся, не дыши. Он наполовину слепой, он не видит меня, если я не движусь. Давай, давай, милый. В ваше время стало так жарко, что мои морщины стали все более потеть, и больше язв образовываются на мне. Сэр, вы уже мылись второй раз за сегодня, и вы хотите еще в третий? Вы не слишком увлажняете, господин Фрабашспер? Ну-ну, не капризничай, просто будьте паиньки и принеси мне мой шампунь. Ваши славные приказы, которые для моих ушей словно музыка, я с нетерпением хочу хочу всю кожу вашу помыть. Хихи, ну ты пошляк, Джеки. Ах, как рад, что я нашел тебя там. Кто может представить, что сейчас в срок своей жизни кто-то молоденький и сильный будет лапать тебя? Тогда не забудьте записать это в свое желание завещания, мистер Форксис Флэг. Подождите минуту. И я мигом сюда прибегу с шампунем. Мистер Флигер и я спим в отдельных кроватях, но по какой-то причине я все равно просыпаюсь с ним в обнимку. Но могу признаться, что матрас тут намного удобнее, чем в родном доме. О, энергетик. Только не помню, как он назывался там. Боюсь, что не стоит. Бумажная салфетка. Ультра мягкие салфетки. А что недостаточно мягкие и экстра мягкие салфеток? Я жду маленькие быстрее. У меня уже текут капли пота в уши. А что мне сделать надо? Выдвижной ящик журнального столика. Это ящик мистера Фрасдера, который сейчас закрыт. Там он хранит свои приборы, которые я не хочу трогать. Это кактус — хорошо визуальная метафора моего нынешнего настроения. Ох, оказывается, что этот кактус сделал из пластика. Ясно. Духовка. Стоп, а кто духовку включил? Я что там... И что там делает шампунь? Кипящий шампунь вызвал какую-то химическую реакцию. Мне надо вытащить его оттуда. Ома, это шампунь очень приятно так пахнет. Чисто трип. Ловим трипа. Старпер. А, вот и где Джеки. Я думал начать волноваться. Извините, мистер Другенсбург. Я... Стойте. А кто ваши друзья? Я что, вижу трех Джиггерду? Наверное, с помощью того шампуня я снова так новую наркоту. Основал новую наркоту. Не говори глупости, милый. Давай, подойди ближе. А, есть, да, такая игра, типа, где нужно... Ты ребенком, типа, бегаешь к отцу и моешься. Проигрыш? Ну, тут подожди, мыло работает?
А, ни хера не понял. Заметьте только, что только у черного дедуси что-то огромный какой-то ящик. Блин, а сколько мне хотя бы нужно? Он прямо передо мной встал. Я что, виноват? Я должен этим заниматься. Наверное, до 50, да? Ну, по идее, он сам должен закончиться, когда все будет. Да я уже устал мыть стариков. Было сейчас опасно, если тут все-таки до сотки только надо. Я не знаю, до скольки нужно было, но я все равно выполнил. Слишком много. А там в игре нужно было еще по цвету попадать. А старик кто хотел? Сначала малого, немножко того. Эй, Фесберке, эй, Вьёхо, открывай дверь. Чёрт. Кто там? Открой дверь, гонорея. Я знаю, что ты там. Пинчи Днюхо, я тебя слышу. То есть, твои субтитры прочитал. Кто там? Это мистер Гаверия. Пендоха, открывайся, сегодня 15-е, а старик еще не выкашлял свою арендную плату.
Там... Одну секунду, мистер Фрэнкс, сейчас в душе. Ай. Лачинграда, отдай мне эти... Пинчи деньги. Уэвонос. Он типа мексиканец? Мана, переодеваем деда. Но это из Gravity Falls немножко похожа шляпа. Еще рано. Что мне тут не хватает? Ага, еще один шедевр. Чем тут шедевр? И чего так долго? Пентахоз. Я, мистер Фонстер был, то есть, он сейчас жив и здоров, хихи. Ты ведешь себя как-то подозрительно, как будто ты скрываешь то, что может тебе в тюрьму послать. Да кто ты вообще такой? Пендеха. Как тебя зовут, Омега? Начни ныть. Меня зовут Джек Джексон, сэр, и я главный герой интерактивного приключения, созданного неадекватными людьми. Мне суждено стать дизайнером видеоигры, и если люди должны вокруг меня умереть в этом процессе, так тому и быть. Мистер Фректер мертв, он в ванной. И да, это был я. Я его убил. Что ж, мне каюк. Надо было сказать что-то другое, не люблю такое повествование. Ха, хорошая попытка, пиндоха, но не так не куплюсь. Это уже не первый раз, когда этот старпёр притворяется мертвым, чтобы я оставался от этой... с этой... кварплаты. Так, я не первый год здесь лендропролом являюсь, поэтому я не попадаюсь больше на эти розыгрыши. Ладно, но там правда Мивалы Верга. Перед этому странному пердуну, что он должен мне долг оплатить. Ему осталось оплатить уже меньше дня. Да-да, послание передам. А как же? Если ко мне не прибудет оплата до ночи, то вы оба завтра вылетите отсюда, понял, пендоха? До ночи? Ладно, я поговорю с Франкбергу и убью... Так, и все будет хорошо. Я очень на это надеюсь. У вас есть... Слово Памбло Эрлабы. Спасибо, возвращайтесь скорее. Аля Верга. Фух, вроде принесло, это домовладелец, говорили, выглядит довольно опасно. Я бы с удовольствием пошутил на тему его дурацкой фамилии, если я бы сейчас не нервничал так сильно. Мне нужно кто-то как-то раздобыть деньги, ведь я... Я мог найти работу, да, именно так поступают люди, когда им нужно улучшить свою экономику. В поте лица всего ты разрабатываешь свой хлеб, говорили вроде, ну, хоть это был пот мистера Франклина. Но пора быть честолюбивым. Мир, я иду. Найти работу. Я не вернусь туда, душ был травмоопасным, хоть немец разрешил. Где-то поблизости должна быть одно рабочее место, нуждающееся в одном человеке, как я. Мусоровоз, видно, сюда часто не заезжает.
Есть хочу, может тут есть чем поживиться? Бомжара. Пс, эй, пацан, копейка есть? А зачем же тебе деньги? Тебе налоги платить не надо, ты же свободный человек. Свободный? Настолько свободный, что позволишь мне встать и отхерячить твое пузо раз за четыре? Но сегодня у меня не такое плохое настроение. Может, сыграем в доллар... Тассировку? Доллар-тассировку? Мини-баскетбол с купюрой. Короче, спорим на доллар, что ты меня не победишь. Доллар. Приличная сумма, но мысль о паре вызвали у меня прилив домофина. Домофина? От которого уж точно не устрою. Когда решишься, возвращайся. Я никуда не денусь, хе-хе. В доллар таксировки тебе надо собрать сморщенную купюру в стаканчик. Промажешь — доллар, доллар не отдам. Выиграешь — доллар твой. Давай попробуем, у меня всего лишь получится выиграть в играх по метанию. Ха, вот это верно. Сыграем. Доллар тос. Так. А как кидать? Проиграл, Дорал все еще мой, хе-хе. Нет, просто не знаю, как бы это меня не расстраивало. Поболтать. Бургер от Дональда. Что такое, Парри Готтер? Все-таки тебе и крюшкарцы выиграли? Отсылка на Гарри Поттера и отсылка как раз на серию Диснея. Что такое, со мной разговаривает реклама? Что такое, со мной разговаривает мудила? Пошел прочь. Ладно, умейся уже. Франшиза зарегистрированного товарного знака. Напоминает, так, нанимает, требуются полезные и послушные добровольцы, которые готовы быть унижены при всех. Звучит как идеальное для меня место. Если я захочу добраться до вершины, я тогда начну со дна. Не, давайте сначала сыграем в доллар. Я выиграю доллар. Все? Хе-хе, проиграл. Как-нибудь в следующий раз повезет. С чего это вдруг? Я же честно играл и победил. Ты пропустил мимо ушей, что ты спарил этого доллар. Спарил? Надеюсь, что ты усвоил этот урок. Да, и я больше не буду носить эти сжатые трусы. Они такие неудобные. Ну теперь можно идти сюда. Так, испорченная картошка фри. Зеленый картофель фри, интересно, как долго он здесь лежит? Да, есть хочется, но не настолько. Бургер Дональд, здравствуйте, чего жрать хотите? Так, проситься на работу, это ограбление, падла. Короче, я увидел на дворе объявление, в котором записано название этого ресторана.
Нет, было записано, что есть открытие рабочего места. Ах да, то объявление. Да, нужен новый сотрудник, но сначала нужно прогнать того рекламщика. Того чудика у входа? А что с ним не так? Ну, но тут мудак, все ежедневно выбивает синяки. Выбивать синяки, вот такой бывает, да. Его уволили невозможно. Так, его уволить невозможно. Не при такой агрессии. Но нам нужен новый сотрудник. Плевать, если кто-то умрет. Понятно, если я ему скажу, что он уволен, рабочее место уже мое. Может говорить контракт Омега. Класс, говорит уже как киборг. Так, а что тут? Кому пришла в голову идея открыть такой бизнес в таком районе? Стены уж чересчур грязные. Прислоняться к ним не надо. Ну, знаете, ну... Чё надо? Не видишь, что я занят, что ли? Ты уволен. Чё? Если это прикол, то засунь его обратно в одно и то же место. Не до них сейчас. Я предупреждаю. Мне нужна работа, и им надо тебя выгнать оттуда. Так что давай проваливай. Меня выгонять? Да ты сбить этих бургеров... Избитие этих бургер... бургерманом. Мне только пользу приносят. Это стало смыслом моей жизни. У меня черный пояс по кунг-фу и карате. Я люблю муху Так, я любую муху задавлю палочками. Теперь готовься. Ты, по-моему, сейчас прыгать нужно будет, как я понял. Как я понял, кажется, да. Супер дюк. А... Все, я понял. Duke Punchers. Готово. Так я ж уклонился, алло. А, то есть... Я могу просто назад уворачиваться, как я понял. Вау. Я нажимаю. А в чем прикол? Ничего, что не работает кнопка. Я, конечно, ни на что не намекаю. Круто. Кнопка не работает. Вы
я еще вернулся, ну что за бред? Я увернулся! Тут, если что, короче, нужно нажимать на Q, а не на Enter. Я не знаю, почему так сделали. Зачем так делать, я не знаю. Я все. Тут учеток больше мешать не будет. Если будете тут или будете забирать собой. Бургерс плейс. А, это типа паспортс плейс. Я понял. Да, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас, земляки. Что ж, можно... Вода, пивас, хлебобургер, вода. А, мне эти типа, ценники надо проверять. Так, пивас, да. Хлеб, нет. Я на это не куплюсь. Проваливай, пока охрану не вызвал. Добрый день, чем могу помочь? Привет, мне нужно горчица. Так, вода с крана. Один абсолютный 3,99, 3,68. Ну? Все хорошо. Давай, давай, следующий, следующий. Поверить. Чё? Так, так, кебаб-бургер. Тоже похож на придурка. Ну, все говорят. А вот и горчица. Так, нужно по времени, да, смотреть? Так, вода, пиво, хлеб, вода. Подожди, что? Бургер, да, все нормально. Следующий, пожалуйста.
Я думаю, что произошло сбой. Вы сняли с меня деньги больше, чем надо. Так, 26 сразу, вода, да, абсолютно ли... 39, пиво 1,90, хлеба, так, 3,68, маринованные 99, да. Окей, тревога. Нарушена норма. Одобрение неверной скидки, которая теперь стала процентом... Чего? Здрасте, привет у вас, земляки. Что ж, можно... В смысле там скидка? Какая скидка? 26... Так, 3,03. Мясной бургер. Предполагаемый. Да, кебаб 55, да, 3,68, да, вода, да, хлебобургер, да. Все хорошо. Я не понял, в чем с тем была проблема. Но боди, здрасте. Приветствую вас, земля. Что ж, можно кетчуп, пожалуйста. Так, маринованный куриный бургер, так, хлебобургер. 3,69. Вода. Вода с крана. Вода с крана. Вода. 26, все нормально. Не будете ли вы так добры передать мне еще немножко кетчупа, пожалуйста? Так, хлебобургера. 3,69, 3,99. Кебаб 5,50, придружим мясной бургер. 0, вода. Так, хорошо, подать. А что здесь? Все заказанные блюда должны быть из меню. Не принимайте устаревшие купюры. Окей. Внимание, всем сотрудникам была обновлена новая форма. Окей. Есть горчица, приятель? Да, вот, держи. Так, не принимайте купюры из других ресторанов. Ага, окей. Так, бургер. Дешево. Все уже отказ. Ну, это как хотите. Сейчас посмотрю, что вы взяли больше, чем надо. Все-таки без... Так, вода один. Абсолютно... Абсолют. Предполагаю, местное блюдо 0,99. Маринованный куриный бургер. Раз. Куриный бургер 2. По времени все нормально. Нет, 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 тихо. Все хорошо. Одобрение на неверной скидки, которая теперь стала...
Какая скидка, блядь? Какая скидка? Там подать, если что. Он сказал мне скидка. Ценником в меню. Не принимайте устаревшую купюру. Все закреплю. Должны быть из меню. Скидки действительны только для клиентов с клиентскими карточками или скидочными купюрами. Все, я понял. Когда говорят скидка, скидка взять могу. Проверить карту целично могу. Да, вот. Тебя не страшит то, что ты из другого бургера? Ну ты фуфло, я ухожу. Проверять информацию от членской карточки. Я ее даже не видел. Так, поехали. Маринованная курица, раз. Абсолютно легкие. Так. Лагами местный бургер. Хорошо. Маринованный, да. Пиво, да. Дата, все хорошо. Добрый день, у меня есть скидка, это моя. Так, поехали. Пиво, вода, пиво абсолютно или. Да, бургер, кебаб. Неправильно название. Ладно, ваша еда и так... Что там? Эй. Да, что такое? Ты бабла не должен? Чё? Дай чек. Какой кретин в ресторане вообще тратит столько денежек? Я тратил не копейки тут, и... И я сказал, что вы мне тут бабла должны. Бургер должны мне кучу денег, и я жду, которые деньги. О чем ты бормотишь? Ты что? Чего? 10% скидка? Это невозможно, мы не делаем такие скидки, это купон просто поддельный. Правила не я устанавливал. Чупчик, давай гони бабки. Но как я должен это сделать? Меня обманули. Эй, давай успокоимся, лады? Это мой первый день на работе, и звать менеджера сюда, мне кажется... Мне кажется, хорошая идея. Но вы же предложили судить скидку, не я. От этого лучше не стало, друг. Да? Что да? Ты что, хочешь, чтобы меня уволили? Ты меня на К хотел назвать? Кретин. Кретин. Болван. Дебил. Вау. Как принципиально так. Хотя, слушай, мне здесь не место, так как я гениальный программист. То есть... а не кассир. Стоп, программист? Да, программист видеоигры X. И, кстати, самый лучший. Но я композитор, и я случайно наткнулся на нужного программиста для видеоигр. Класс. И я только что увеличил... Так.
уволился и хотел бы сам заняться программированием. Я собираю команду для участия на какой-то гейм джейм, где в качестве награды дают 10 тысяч баксов. Да, 10 тысяч баксов. Это тот самый гейм джейм, с которым хочу участвовать, и мы можем объединиться и сделать что-то охренительное. Да, можем, но мы только что познакомились, ну и так, не знаю, доверяю тебе или нет, тем более стоит вопрос, как мы будем делить выигрыши. Деньги, если мы действительно выиграем. Давай-ка каждому 40% и остальные 10 денежки оставим на будущий проект. Звучит классно, надеюсь, что ты не обманешь меня. Тогда чего же мы ждем? Приходи сегодня ко мне домой, моя хата находится в другом конце улицы. Кстати, меня зовут Джек. А меня Итан. Ой, постой на секунду, я должен кое-что сделать перед уходом. Эй, босс. Бургер, здравствуй, чем хотите заняться? Я увольняюсь, все закончено. Можете засунуть эту вонючую засаленную форму себе в зад. Я свободен. Но на тебе нет формы. Ах, да. Ей! Неужто мы прошли? И чё нет? Он уже даже завонялся. Там написано тушибом. О, эти. Буритос. Эти чипсы. Так, сейчас компилируем. Ага. И сейчас он притормаживает. И так видно. Что ж, будем ожидать, да? Ага. Ну, ты знаешь ту поговорку. Не потерпишь, не порыбачишь. А рыбалка тут при чем? Блин, что-то мне неловко. Давай, Джек, используй свое обаяние и поддержи взрослый разговор. Ты справишься. А че экран черный? Поделиться о чем-нибудь личным. Проявить интерес к Итану. Ты знал, что из-за нас люди жирнеют на более 60 фунтов в год? Разве это не восхитительно? Звучит как куча дерьма для моих ушей. Ясное дело. 60 фунтов какашек в год. Невероятно. У тебя еще есть говяные статистики? Нет? Кайф. Сака. Слышал, что местные ливни требуют сюда с востока, а холодный фронт с севера. Ожидается какое-то понижение температуры. Ну, ясно. А как ты стал композитором в виде игр? История долгая. У нас не так много дел, так что можешь рассказывать. Но я должен предупредить, она играбельные флешбеки, полные темные пассажей и графического контента. Окей, ясно. Думаю, что мы поболтаем достаточно. Я работаю также над разукрашкой с уточками. И все нормально, холодный зимним утром. Вот сака. Я не понял, почему это черный экран. Ну что, тогда на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.